Привет, дорогие друзья, с вами снова я, Зазепа. Настало время прохождения Лизана Архитектора, то есть продолжение нашей серии. Вот, на чем мы остановились. Вот наша тюрьмейка такая небольшая, ну такая добротная. Сколько у нас человек? 144. Нам еще скоро 5 чуваков приедет. Так, а почему-то здесь воды нету? А что-то я не понял. Так, вроде все должно быть. Может, трубу вам как-то продлить надо? Я не знаю. Я бы такой был, что на самом деле вот здесь вот сделал бы продолжение. И соединил бы всю вот эту вот систему нашу. Вот такой вот еще одной трубой. Потому что что-то, мне кажется, не достает. Теперь все должно быть тип-топ, да? Давайте ускорим время. Здесь у нас прям такие, знаете, люкс-камеры. Это я хорошо там их решил обустроить. А патруль? Патруль я назначил тут? Да, патруль у меня тут стоит. А что-то он вообще как-то, знаете, такой ленивый. Ленивый патрульный. Так, ну здесь прокладывается еще. А что здесь? А здесь мы не проложили. Здесь я не проложил. Ну ничего, сейчас мы это исправим, да? И все у нас будет. Непременно. Ну да, такая, знаете, площадочка у нас хорошая. Надо сюда... Так, патрули у меня тут есть. Я, наверное, сюда еще чуваков поставил бы. Так, кто там опять? Что-то проносит нехорошее, да? Так, объекты. Угу. Наверное, надо еще таксофончиков сюда налепить. Что-то много их уже, да? Ну, почему-то я не могу ставить таксофон. Почему? Почему я не могу ставить их? Никто не знает. Давайте, может, лавок еще? Не могу лавок, вы посмотрите. А почему я не могу сюда еще лавки ставить? Кто мне объяснит? Что-то я этого не понимаю. У нас тут тоже комната отдыха, да. Увеличить сместимость тюрьмы до 200 заключенных. Это у нас пока еще не скоро. А что такое? Обувь без основания. Ну как без основания? По-моему, с основанием. Вы знаете, основательный обыск. Строили им. А может это всякое лишнее поубирать? Например, письмо директора прочесть. Нафиг мне его читать, я его так читал уже. Ну слушайте, а у нас... мы успеваем всех заключенных кормить? У нас тут всего две мойки, да? Давайте сюда поставим еще. Водичку сюда пустим. Сюда пустим этот. Электричество. Ну, всех вроде должны кормить. Что у нас с этими, с поварами? 6 поваров. Может, еще по повара вам такого, знаете ли. Хорошего нанять. Так, нам нужен адвокат. А для чего он нам нужен? Его богатство.
Чистая одежда у нас все есть. Все у нас хватает. Бовщиков, я смотрю, нам не хватает, да? Сейчас мы сделаем, чтобы всего хватало. Только время давайте ускорим. Вот, занимались всем, чем нужно. Ты не больной там, нет? Ясно. Он просто желтый. Он просто чуваку нравится быть желтым. Что такое? Сейфити? Тебе стрёмно, да? У нас тут тури ходят. Давайте еще патрули. Вот такой вот он патруль еще сюда. Один. Ну, всего три отдыхают двое, на посту один, патруль 16. Должны пройти базовый курс обучения. Так, а где наши рабочие? Где наши стрельбаны? Чего никто не работает? Кабинет. Я еще один кабинет для адвоката построил, да? А какую роль у нас выполняет адвокат? Что ему бабки включу? Потом, может, здесь еще камеру поставить пару штук? А почему бы и да? Вспомнить бы только билд. Ну, не люкс. Конечно же. Ну, такой, знаете, поскромнее. Типа общий. Я думаю, самое то. Патрульчик у нас тут как раз нормально ходит, так что с этим проблем. Ах вы какашки. Ну-ка, сейчас загоним проход. Посмотрите на них. Как видно, тут туннель, понимаешь ли. Тоже мне. По-моему, нам не хватает строителей. Да наимем до 20-ки. Тюрьма у нас не маленькая уже. Нужно, чтобы строили все быстро. Давайте еще мужчоку. 147. Так вот. Сейчас больше людей приедет к нам. Че опять вас там затопило все? Еще
Чего больше-то что ли он нанес? Могу еще охранника нанять одного. Сразу уставшего. Набираю тут по объявлению. Реформу образования надо сделать. Вот что нужно сделать. Еще, блин, засыпать гребаный туннель. Вот посмотрите, откуда он дует. Ну конечно, он тут близко. Думаю, может здесь еще один какой забор такой сделать. Хотя им пофиг, что забор, что это. Вот так вот расширим. Здесь мы какой-нибудь тоже еще большой блок поставим. Я не знаю для чего и что там будет. Ну что-нибудь да будет. Трубу не довели, да? Душа нету. Так, а где наши программы там реформы? Интересно. Это кто? Полный рабочий? Я хоть посмотрю на тебя. Кто буддист? Ну, здесь тоже такое, знаете, охранник там поставил, чтобы дверь открыла. Поставил. Кстати говоря, нам нужна комната, а это... Библиотека нам нужна, чтобы заключенные могли читать. Мешает ее построить, а ничего не мешает. Сделаем ее, наверное, такой же большой. Вот так вот, а здесь заборы снесем. Хотя вот так вот. Там нам забор нужен еще. Знаете, так один блок от другого отделяет. А что, перебои с водой или что? Да нет, вроде. Ничего нету. Можно сделать, знаете, как еще? Если у нас там уже, как говорится, это... Будут еще камеры. Я что, дверь не поставил, да? Че у тебя там? Бухло, да? Хотя в камеру на 12 часов. Что, с бухлом ходишь? Слушай, вообще такой беспалевный.
нас в любом случае наказаны. Сиди, молчи там. Вообще, что-то у нас карцеров мало. С моими наказаниями суровыми. Непорядок. А вот она. Solitary cell. Нормально. 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 Здесь уже так и быть проход пускай будет. Не, даже вот так вот. Все. Здесь мы проложим дорожку. Ну и все. Так, раз уж мы здесь кинули вот эту штукенцию, что у нас там по электричеству? Ну, здесь все нормально, вот здесь, здесь еще хватает нам. Здесь, как я говорил, у нас будет библиотека. Угу. И сейчас мы здесь в библиотеке достроим стенку. Для красоты. Что там еще в библиотеке надо? Стол библиотекаря. Короче, шкаф и стол библиотекаря. В принципе, больше ничего и не надо. Я бы, конечно, сюда такой бы еще поставил эти огнетушители. Где они, кстати, у нас? Ага, вдоль этой. Угу. А еще, наверное, это надо поставить. Металл-детектор. Как говорится, доверяй, но проверяй, да? Хотя кому здесь доверяют? Только зэкам, да? Зэкам доверять не следует. Все нормально. Потом я соединил. Расстановка. Это здесь какой-нибудь патрульного назначим. Как это не выполнено? Библиотечный шкаф? А. Стол библиотекаря типа еще не поставили, планируется, да? Ну, сейчас все приедет, господи. Сейчас все быстро будет. Так, 150 человек. Можем позволить себе.
его смотреть, облагораживается, как осталось поставить 100 библиотекаря. Чего бунтуете? Че за сейфите? Что вас не устраивает? Довольных факторы. Послушных. Ха, лидер банды наказан. Ща утихомить от вас. Не переживайте. 100 библиотекаря. Все. Уже контрабас обнаружили. Уже. Вы прикиньте. Так. Что я хотел? Я хотел табличку подальше убрать. Или повыше хотя бы. Да дайте мне, блин, здание. Так. Где там здание? Пока здесь дверь открытой оставим. Она тут не нужна. Так, персонал. Расстановка. Патруль. Короче, давай до сюда ходи. Вот так вот. Что-то не то. Стенку не снесли. Комнаты. Это такой будет тактик побольше у нас. Почему бы и нет? В этом карцере мы поставим. Почему бы и нет? Что такое? Слушай, дядя Валера, а ты не охренел ли часом? Все телевизоры в общих зонах. Это в камерах или в общих зонах? А где у нас тут общие зоны? Сейчас, подожди, я тут посмотрю, что тут не так. Общие зоны, то есть камеры общего пользования. Ну ладно, телевизор демонтировать. Общая камера.
балансировать. Здесь у нас телека в принципе нету больше. Здесь тоже его нету. Тюляшки нету. А, кстати, охрана же этот пост не достроила. Да иди ты. Тебя не жмяку вообще-то. Или мне вообще, в принципе, все телеки убрать? Ладно, давайте. Время есть. Потом поставим. Ну и пошел ты. Что он сказал? А я что, блин, делаю? Дядя Валера. Ну, ладно, если ты так хочешь, то я могу это на паузе сделать. Зря включил, блин, эти с телевизорами, но это херня какая-то. То есть там случайные события, или как он это называется. Слушайте, а может это выключить? Настройки. Ладно. Не, ну офигевший, да, такой. Короче, давайте все телевизоры отсюда, да? Чего посидите без телеков? Что меня, блин, штрафовать не будут. Господи, сколько за ваш еще, вас еще? Может опять все расставлять. Ну что, давайте там. Решайте. Все? Или где-то еще стоит один, блин, гандон. И вроде демонтируют, пока демонтируют, то это радио. То есть видит еще телевизор, я не вижу. Нет уже телеков. У вас их и не было. Вон телек.
Чего-то я не могу тебя демонтировать. А, это комната отдыха, блин. Так, почему я не могу отсюда брать телек? Ок. Комната отдыха, говорите, да? Здесь комната отдыха. Иди-ка ты знаешь куда? Почему я не могу ничего здесь сделать? Убери отсюда телек. Почему? Что мне, блин, мешает? На склад маленький или что? Почему он мне штрафует, блин? Я же типа выполняю, у меня есть типа еще время. В чем проблема? Почему я не могу здесь ничего сделать в этой комнате? Я здесь телеки поубирал из общих зон. Ладно. Будем решать, что делать с этой комнатой. Что не так с этой комнатой? Ну, типа, так из-за телеков будут путить, и что? Да мне и так нету денег, блин. Что ты с меня хочешь взять? Все, я убрал телевизоры. Что тебе надо?
Я не могу здесь ничего построить. А вот тут могу. Замуровали заживо. Давайте вы на выход, вам нельзя сюда больше. Пошли вон. Замуровать нафиг это строение. В камеру тебя, короче, на 6 часов. Показать в камеру на 6 часов. Стой! Заперто. Комната объекта. Деревяхи продать. Продать объект. Так, где еще деревяхи? Мне нужно срочно, блин, стенку построить. Как говорится, замурованную комнату никто точно не попадет. Просто не знаю, что мне еще делать. Этот педрил опять позвонит, короче, скажет, что типа я там нарушаю какой-то закон. Что? Красава. Все, туда никто не попадет. Я больше ничего не нарушаю. Соответственно, мне штрафовать больше не за что, да? Или есть за что? В камерах больше нету телевизоров. Так, это радио. Ну. Нету телека, все. Все убрали. Ну и чё? Чё вам от меня надо ещё? Все бабки просрали. Где эти телевизоры? Покажи мне их. У меня вон 53 телека.
Я не понимаю, как убрать тогда эти гребаные события. Я же сейчас уйду в такие минуса, блин, что это будет просто жестко. Ладно, я думаю, на этом можно закончить. Обозвать эту серию вот так вот. И всем удачи, всем пока.